Это пристройка вот трехэтажная А1, вот это котельная А2, вот это А3, а то надстройка на сцены. Гримерки, склад, костюмерный цех и котельная больше течи не дадут. В театре драмы имени Веры Комиссаржевской идет капитальный ремонт крыши. Над историческим зданием кровлю давно поменяли, а вот пристройки все еще протекали. Ну, наверное, никто и не вспомнит, когда эта крыша-то, в общем-то, делалась. Все это время она подлатывала своими силами, там что-то подливалось. Но, тем не менее, в складе крыша капала, на сцены тоже, извините меня, там замазывали как могли. Ну, а сейчас... Что называется, заживем по-другому, в сухости и в комфорте. На крыше трудится подрядчик, внизу с проверкой пытают руководство, общественные наблюдатели. Выяснить подробности могут только со слов, так как кровельная инспекция – весьма рискованная затея. Да, мы на такие объекты выезжаем, нам надо и проектную документацию посмотреть, крыша, материал, какие там, возможно, пара, ветрозащита должны быть. Значит, это не последний визит наблюдателей. Деньги на ремонт поступили по нацпроекту «Культура» – 7 миллионов 805 тысяч. Закончить работы подрядчик планирует до 20 июля. Но и сейчас идет с опережением графика. Мы довольны тем, что есть стройконтроль, который следит за ходом ремонта. Конечно же, и сам театр, да, сами руководители здесь же смотрят, как происходит все. Все на сегодня все идет по плану. То есть есть график, он соблюдается. Внизу тоже идут работы, но уже за свой счет. Здесь готовят площадку под склад для реквизита. Как только утрамбуют основание, уложат брусчатку и поставят ангар. Летом наведут порядки и внутри здания, ведь сезон окончен. Пора готовиться к новому. Ирина Мигунова, Игорь Антонов, Телемикс.